Привет. Это доктор Влад. Я сегодня снимаю, что вокруг. Меня часто спрашивают, бывают ли у нас снегопады в Чикаго и вообще снег. Бывает. Вот смотрите, какая красота. И главное, вчера до обеда уже почти все растаяло. А это вот, ну, где-то с 2 часов и до вечера, и до сих пор. Вот елочка какая красивая у нас. И до сих пор немного снег идет. Вот тоже елки красивые. Люди уже почистили. А я что-то дурака валяю. Но решил поснимать. Это мусорки стоят, сегодня среда. Сегодня приедут мусорные машины. Вот это наша машина. Вот она какая красивая. Как бронепоезд Потемкин. Это соседи школу пошли. Соседка, вернее. Что-то поздно. Сейчас. А бог его знает сколько часов. 8, наверное. Или 9 даже. Ну вот такая красота у нас. Кто сомневался, смотрите, снега сколько угодно. Вот тут у 2 мужиков такие снегоуборочные машинки. Она никакую гору накрутили. Но я специально не покупаю. Для того, чтобы самому лопатой работать. А в принципе, не так дорого, можно долларов за 150-200 взять такую машинку. Вот тоже елочка красивая. О, какая прелестная. Зима. Зима. Хотя какая зима? Сегодня уже февраль, конец. 27 число. Еще один день зимы и все. А, ну вот еще я сейчас немножко отойду. Покажу уровень. Вот асфальт. Не знаю, видно, не знаю, нет. И вот так я пробиваю себе дорогу. Ну что еще? Сюда немножко выйти. Соседа тоже замело хорошо. Ну, всех. Само собой, вон тоже гора. Снега, но эту гору уже снегоуборочная машина накидала. О, на парковках еще выше горы. Метра по 3, по 4. Это больше, наверное, даже. Ну, вот так примерно. Дорога, видите, почищенная. Дорога, в принципе, сухая вообще. Вот так, если видно, нет ли. О, красавец. Ну все, наверное, это следы с собакой. Мы ходили сегодня гулять. А гулять-то и негде, посередине дороги только. Больше вариантов нет никаких. Ну все, посмотрели, снег в Чикаго. Чао. И вот еще я вышел на задний дворик. Тут тоже беличьей кормушки нету, конечно. Хорошо засыпало. С этой стороны, она, с северной стороны, здесь вообще снег не успел растаять почти. Вот тоже елочка веселая. Все кусты снизу. Что тут еще? А ну вот. Тоже все замело. В общем, вот такие пироги у нас в Чикаго творятся. Там тоже куча снега. Ну, скоро растает, будем надеяться, во всяком случае. Потому что послезавтра уже весна. Вот теперь пока. И еще вот маленький кусочек. Сейчас пока копал, заметил
снежную бабу здесь сделали. Ну, здесь это тоже популярно, естественно. Такой снеговичок. Вот интересно, там дети живут? И вот они себе сделали. Вот еще один сюжет. Девушка убирается. Да, тяжеловатый. Но она, правда, невысокая. Но горка с нее точно была. Ушла что-то. Да, горка с нее ростом. Опять пришла. Ну, еще немножко поснимаем. Она меня не видит далеко. Ну, вот так. Американцы убирают снег. Берешь лопату. И вперед. А вот и почта приехала. Ну что, расправился я со снегом. Чистенько. Я на машине специально оставил шапочку. Ничего так, да? Прилично. Вот такие вот горы. Ну, бывает и побольше. Но так ничего, снег продолжает идти. Ну, сейчас он тает уже сразу. Уже лужи. Сейчас где-то плюс 2. Вот и все. И мы сегодня поработали. Где-то 3 фунта я сбросил, наверное. Лучший способ похудеть, между прочим. Привет еще раз. И заключительные кадры. Вот доктор снег почистил. Посмотрите, весь какой розовенький. Уже, как говорится, немножко похудел. Я сейчас весился не 3 фунта, 5 фунтов потерял. И это где-то, ну сейчас около 12, ну где-то с 9 за 3 часа с перерывами. Так что если кто-то хочет похудеть, милости прошу, лопату в руки и вперед. И сон будет хороший.